лесной тропинке, бабушка-яга резво по старинке, быстро, как могла, в гости поспешала к деду Лешаку. Малость опоздала, но пришла к чайку, сделав вид построже, видит самовар. Значит, ждал, так что же, ай да суперстар. Наготовил леший плюшек, пирогов, знать надежду тешил в тайную любовь. Фыркнула Ягуся, ишь, какой балбес, больше не вернусь я, и ушла в свой лес. Улыбнулся старый и вздохнул легко, парень он бывалый, вот и пронесло. В будущем столетии он опять на чай позовет, приветит, а потом прощай.